Всем доброго времени суток. Сегодня, друзья, готовим весенний салатик. Я купила на базаре вот такие листья салата. И сегодня приготовлю из него вкусняшку. В этот салат у меня входит также тунец, помидорчики черри, укроп, яйца, соль и подсолнечное масло. Нарезаем помидорчики, салат, листья салата. Можно порвать, но я его нарезала. Сейчас также добавлю сюда все остальное. Яйца нарезаем, укроп и добавляем тунец. Солим, если кто хочет перец, но я сейчас не ем острое. Так что я его не буду добавлять. Сама рыба была в масле. Так что кто как хочет. Кто хочет это масло добавить, я, допустим, не очень. Немножко только для вкуса и все. Вот такой салатик у нас получился. Готовьте. Приятного всем аппетита и Бог даст, до новых рецептов. Всем пока!